Всем привет, всем доброе утро от нас с Кузей. Да, Кузьма? Ну что, пойдем по саду походим. Посмотрим, что у нас произошло. Ой, ты моя зая, давай просыпайся. Сынок, надо просыпаться. У меня вроде немного аллергия отступила. Чихать я вроде не собираюсь пока. Пойдем походим. У нас, посмотрите, какая красота. У нас все цветет. У нас все цветет. Красота. Все цветет. Ну, конечно, обещанную магнолию я вам, наверное, не смогу показать. Или покажу чуть позже, когда вот эти цветочки, оставшиеся бутоны, у меня распустятся. У нас был очень сильный замороз, были сильные заморозки. И вот представляете, во что превратилась магнолия. Да, жизнь она такая. Она всякая и разная. Ну что делать? Ничего страшного. Вот остались еще. Вот это тоже будет бутончик, цветочек. Еще, наверное, удастся чем-нибудь порадоваться. Ой, все уже зацветает, все. Даже яблони уже тут собираются на низком старте. Прям уже вот-вот. Да. Скоро и яблоки зацветут. В этом году должны быть яблоки. Да, вот я вам еще одну хочу показать магнолию. И у нас, по-моему, даже сегодня тоже ночью заморозки обещают. Представляете? Вот такая вот. Вот такая. Вот такая вот у нас магнолия черная. Да. Ну, в принципе, наверное, соответствует сегодняшним реалиям цветочки. Даже у вишни цветочки слегка почернели. Ой. Да. Такая жизнь. Такая жизнь. Вот. Вот теперь у нас все идеально посажено в наши ящики. Помните, если кто смотрел видео предыдущее, вот теперь вот такая красота. Все у нас пересажено. Но все цветет. Конечно, неизвестно, что будет с урожаями. Но красиво все. Все красиво. Так, а голубика? А что у нас с голубикой? Пока не вижу цветочков. Что-то их пока не наблюдается. Я, конечно, обрадовалась, думала, это цветочки. А это пока еще были не цветочки. Да, ну ладно, будем наблюдать дальше. Жимолость продолжает цвести. Птички поют. Жимолость еще пока цветет. Ну, думаю, что уже, наверное, начинает. Скоро начнет завязываться. Вот это моя красная смородина. Желе с нее получается обалденное. Компот с красной смородины. Если буду делать, обязательно вам покажу и расскажу, как я это делаю. Так, а вот это потрясающая груша. Красивая. Прям обалденная. Прям вся в цвету. Прям вся.
вся в цветочках. Вот тут чифуля. Чифчик, я надеюсь, что ты сегодня ночью не орал. Я забыла. Да, я забыла вас закрыть. Да. Чего у вас там по малине? Малина будет? А, чифуль? Прям какая красота. Вообще сорняков нету. Вот это красота какая у вас. Малина-то будет? Чифуль? У вас полить бы там надо бы все. Да, чифуль? Деловой такой. Ты такой деловой мальчик. Да? Ходит с девчонками, что-то рассказывает им. Они ведь, главное, главное ведь верит ему. Ой, черная смородина тоже у нас тут вот. Ну, черную, конечно, я не настолько люблю. Видимо, наверное, в детстве я ее переела. Так. Вот эта вот груша. У нас она вот такая вот маленькая. У нас их было. Уже пропало два дерева таких. Она какая-то низкорослая. И не растет совсем высоко. Но груша на ней огромная и осенние. И лежат долго. И сладкие. Ну что делать? Вот теперь у нас осталось таких только два дерева. Так. Это ж надо, как же я забыла кур закрыть. Ну, бывает. Так. Это черешня. У черешни тоже не слегка почернели лепесточки. Но все равно тычинки есть, пестик есть, поэтому завязываться там есть всему. Надеюсь, что все-таки ягод мы дождемся. Ну так. Барбарис шикарный, который съедобный тоже. Прям вот здесь очень много цветоносов выбросил. И будут у нас, наверное, еще и барбарисины. У нас и старые висят, засушенные. И новые будут. Так. Кузя! Кузь, у тебя совесть есть? Вот как лежал, так и лежит. Кузька! Я без тебя не справляюсь. Иди сюда. Пошли гулять. Так, рододендроны мои, что у вас здесь? Что у вас здесь? Ну, в принципе, цветочки должны быть. Ну ладно, будем наблюдать. Да, и здесь тоже у черешни почернели листочки, но ничего не опало. Надо же. Не листочки, лепесточки. Прямо опалило морозом. Вот еще груши зацветают, уже другие сорта. Да, слива начала зацветать. Так. А это абрикос, который уже отцветает. Угу. Так, ну-ка, здесь зависть есть. У нас соседи дом строят. Уже крышу кроют. На крыше сидит строитель. Подозрительно на меня смотрит. Скажет, тетка тут сумасшедшая ходит. Вот именно, Кузьма, давай, разберись. Сынок, иди сюда. Кузя, давай. Зяенька. Что это, прям почти к нам на крышу залезли, да? Вон там стройка. А строитель туда вот где-то сбоку ушел.
Кусь, ну порядок. Ты представляешь, он, по-моему, уже по нашей крыше ходит. Ой, какая красота! Вы представляете, какая красота! Прям как... Я не знаю, прям как... Красочный взрыв какой-то. Даже не знаю, с чем сравнить. Кусь правильно пошел. Сейчас разберется. Сейчас всем все скажет. Ибо нефиг на маму смотреть. Ой, а тут груша какая красивая. Ой, какая красота. Тоже какая дружненькая. Красота. Да, конечно, необычный цвет у спирея. Теперь все это будет в зеленый цвет перерождаться. Красота. Что у нас еще? Ну, у нас как всегда. В общем, как всегда, груш, похоже, будет много. Очень красиво все. Пиончики тоже уже высокие. Уже даже видно, где будут цветочки. Но еще долго ждать. Ну, вот тут будет цветочек видно. Ой. Ну что, Кузьма? До винограда дойдем. Че он там хоть живой, не живой? Вот такой деловой. Кусь, ты такой деловой вообще стал в последнее время. Вообще. У тебя столько дел. Ты что, прихрамываешь? Лапку отлежал, что ли? Понятно. Так, хочу еще дойти. Пойдем. Вот именно. Пошли. Не надо только на лавочку залезать. Не надо. Ага. Ход мысли мне твоих мыслей мне уже ясен. Одинокий тюльпан. Кусь, на пион не надо писать, ладно? Зай, давай на пион не будем писать. Так. Ой, хотела... Ой, мамочки, чуть не упала. Потому что голову задрала. Хотела я посмотреть на свою шелковицу. Если это, конечно, шелковица. Что-то здесь... Все так медленно и вяло текуще. Нет, все живое. Почки есть. Интересно. Просто очень интересно. Какая-то птичка маленькая была, красивая, на соловья похожая. Интересно, ягод мы дождемся вообще когда-нибудь или нет? Или вот это вот все только будет непонятное растение? Ну ладно. Ходит, пыхтит, Кузька. Ходит, пыхтит, возмущен, конечно. Ну что это там кто-то у нас строит? Придумали тоже строить. Кузя, я сюда ушла. Кузя! Ходит, охраняет маму. Так, ну сейчас еще потерпите, до винограда дойдем. Ну что здесь? Ой, ну наконец-то. Что-то пошло. Да, начинается. Начинается. Просыпается. Видимо, все-таки ему еще холодно. Вот он тоже. Просыпается.
что я прям вся испереживалась. Я думала, мы тебя тут прибили. Нет, все хорошо. Все хорошо. Вот тоже. Да. И вот тоже просыпается. Но медленно. О, это Кузьма Иринович. Ну, вот такая у нас с вами замечательная прогулка получилась, ребята. Всем мира, добра и любви. Да? А мы с Кузькой пошли домой завтракать. Да, Кузь, мы домой идем? Кузьма, пошли? Пойдем. Конечно, облизываешься. Ты все знаешь. И спать, правильно. Кушать и спать. Пошли. Давай, заходи. Ну ладно, Кузя решил еще остаться, но ненадолго. Все, ребята, всем пока.